Окей. Смотрите, даже не видно, не видя реализацию картиночки, да, я скажу, что хорошего и что плохого. Да, очень важно смотреть именно не постфактум, а сказать, ой, молодец или не молодец. Первое. У нас явно выраженный сильный уровень. Очень сильный уровень. Второе. У нас очень хорошее накопление над уровнем. Что значит хорошее накопление над уровнем? Хорошее накопление над уровнем обычно считается сильным сигналом, который генерируется за счет засаженных, которые находятся выше уровня. То есть вы видите, четко отрабатывается уровень. А дальше, видите, произошел бар ложного пробоя, однако его выкупили, и тут же инструмент пришел вниз. То есть у нас так называемый ближний ретест. То есть это из хорошего. Что мне не нравится? Да, что мне не нравится? И поэтому обязательно нужно переходить на короткий темп. Мне не нравится, что вот был этот бар тоже ложного пробоя, и второй бар запилил уровень. Вот это только мне не нравится. То есть видите, я даже не смотрю вниз. Если на 5-минутном графике здесь действительно образуется какая-то красивая картинка, там это от уровня будет или еще что-то, вот тогда это может быть хорошая сделка. Теперь давайте посмотрим. Ну, то, что я вам и говорил. Видите? Вот. Инструмент резко пошел, обратно прошел, обратно вернулся. Вот это то, что мне не нравится. И вот где бы вот здесь не заходили, да, где бы вы здесь не заходили, вас, скорее всего, побьют, потому что инструмент, скорее всего, еще не накопил. Поэтому очень важно, в первую очередь, давайте опять посмотрим, очень важно оценивать в первую очередь дневки. Так, окей, видите, похожая ситуация, видите, она произошла первый раз, не пошел инструмент, и образно произошла второй раз. Давайте посмотрим, была ли точка захода. Если успеть вот сюда вот зайти, тогда да. Видите, здесь картинка абсолютно другая. Почему? Потому что здесь ярко выраженный уровень. Видите, вот эта картинка немножко другая. Здесь ярко выраженный лимит. Что это у нас такое? Какой это у нас? 30-минутка, да? То есть хороший уровень, хороший. Здесь ярко выраженная 30-минутка. Поэтому здесь действительно был заход. Стоп, конечно, 27, немножко такой, ну, здесь не совсем правильно ставить стоп, ну, давайте скажем, что вы там его поставили, тогда будет все нормально.